внутренние люди готовы шагнуть. Неизвестность хуже всего. Страшно в глаза вечности заглянуть. Ради будущего детей это стоит того. Приучили религии. Пришел и ушел. Слово «эволюция» никак не вяжется. Но от Бога есть только одно слово – «пришел». Человек навечно с Богом останется. Парадокс, тем не менее. Люди уходят рано. Некоторые даже очень быстро. Ведь с Богом в вечности жить всем дано. Вопрос «жить или не жить» стоит остро. Люди пассивно принимают условия. Эти условия жизни не от Создателя. Люди забыли, что они есть богоподобие. Стали жить простым обывателем. Но задача людей – творить как Бог. Пусть не меры, но самих себя. Человек продвинуться в этом не смог. Жизнь обывателя – это петля. Человека окружили религии. Строгий нарисовали круг. Люди согласились, приняв вериги. Путь теперь не прямой, а состоящий из дуг. Три сосны для людей – это уже препятствие. Людям противопоказан простой путь. Люди получили взамен в духе странствия. Люди так и не поняли, в чем жизни суть. Прогресс в материи есть, но он относительный. Археология говорит, что все было. В древние времена он был значительный. Дух всем управлял, совсем не тело. Возможности людей не в материи. Перспектива лежит только в духе. Для людей богов материя не критерий. У материи ограниченные услуги. Нет ограничений лишь только в духе. Человечество должно пересмотреть путь. Миллионы лет на планете творили духи. Люди-боги, познавшие с Богом сотворчество суть. Повторяю, материя – это твердое тело. Материя – еще очень короткий срок жизни. Дух – это тонкого творения дело. И это постижение истины дни. Раньше перед людьми не стояла такая задача. Шестая эпоха – это эпоха тонкой энергии. Сотворчество с Богом – это для людей удача. Это восшествие на Олимп, поверьте. Трудно поверить в сказку, но миллионы лет назад была явь. Археология готовит подсказку. Были ведь явь, правь, навь и славь. Время говорит, что надо вернуться к истокам славянской расы. Сознание должно развернуться. Что бы ни получилось, искать в трех соснах трассу. Надо от религии перейти к Богу. Конституция Руси утвердила путь. В строю найдете все свою левую ногу. Тогда матрицы неба откроется суть. У вас есть знания и уже технологии. Определите, наконец, свой статус. Главное, в душе у вас идеология. Все это поднимает Святой Руси градус. Бог выведет вас осторожно на сцену. История человечества ждет первых. Для человечества вы носители веры, и для Бога помощники верные. Аминь. Отец Абсолют. 13 декабря 2020 года. Катрен, у вас есть знания и технологии.